Добрий вечір, шановна громада. Добрий вечір усіх, хто сьогодні з нами у цій студії та по тубік екранів. Як завжди, по четвергах о 19:30 на телеканалі Миколаїв в програмі «Аргумент» ми говоримо про найголовніше з досвідченими, компетентними та обізнаними співрозмовниками. І сьогодні у Міжнародний день інвалідів ми вирішили поговорити саме про цих людей, саме з цими людьми. Хотіли поговорити саме не тільки з ними, а й з тими, хто за своєю посадою має перейматися їх проблемами. Втім, на жаль, сьогодні, незважаючи на наші офіційні запрошення, ніхто з Департаменту соціального захисту так до нас і не доїхав, не приєднався. Ну, ви зможете подивитися на них, так би мовити, у віртуальному плані, на те крісло, яке міг зайняти представник цього департаменту. Ми ж починаємо нашу дискусію. Впевнений, що вона буде плідною, цікавою, корисною. І ви можете приєднатися до нас, як завжди, не тільки безпосередньо перед телеекранами, а також і в мережі інтернет на сайті в Миколаїві Інфо, це сайт нашого телеканалу. Ваші запитання, ваші коментарі ви також можете надсилати не тільки телефоном, передавати безпосередньо, телефони ви побачите за півгодини після початку нашої програми, а і через Фейсбук, через нашу сторінку на Фейсбуці, або безпосередньо на мою особисту, через мою особисту сторінку. Будь ласка, лишайтеся з нами, буде цікаво, буде дуже важливо і вам це почути, і нам про це розповісти. Не перемикайтесь, будьте з нами ці дві години, і ви не пошкодуєте. А зараз, перш ніж представити наших гостей, я хочу представити один сюжет, який веде нас в тему. Будь ласка. У Миколаївській області на даний час проживає більше 60 тисяч інвалідів, серед них більше 25 тисяч з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. З них 4,5 тисячі – дітей. Більше 3 тисяч людей з інвалідністю пересуваються на візку. Для того, щоб всі вони почувалися повноцінними громадянами, найперше, що їм потрібно – безперешкодний доступ до об'єктів інфраструктури. На жаль, більшість з них все ще не обладнані належним чином для обслуговування інвалідів. Не весь міський транспорт пристосований для перевезення пасажирів з особливими потребами. Не завжди належним чином побудовані пандуси, ліфти та бордюри, обладнані світлофори на пішохідних переходах. Коли мова йде про заклади соціального захисту, охорони здоров'я та органів влади, це обов'язкова умова. Але життя показує, доступність часто закінчується на першому поверсі. За результатами моніторингу та інвентаризації соціальних об'єктів Миколаївській області було виявлено близько 700 непристосованих для людей з інвалідністю. Є зауваження і до галузі міських перевезень. Угоди з перевізниками передбачають, що на маршруті мають бути автобуси зручні для інвалідів. Але якщо таких немає, тим не менше угоди з перевізником укладаються. Забезпечення належних умов для людей з особливими потребами потребує і належної роботи на місцях, і фінансування. Про цю проблему говорять вже не один рік, але вона до кінця так і не вирішена. А це означає, що люди з обмеженими фізичними можливостями сповна відчувають складнощі життя вже за порогом власного будинку. Адже у багатьох багатоповерхівках через необладнані ліфти та відсутність підйомників багато інвалідів роками не покидають свого помешкання. І зараз Олександр Молодцов, мій співведучий, представить наших гостей. Вітаю наших гостей. Ольга Виноградова, заступник голови Миколаївської обласної організації «Ліга інвалідів» з порушеннями опорно-рухового апарату «Перемогти себе». Доброго вечора. Добрий вечір. Ольга Вербицька, волонтер громадського об'єднання «Патріот». Доброго вечора. Добрий вечір. Хочу представити наших шановних експертів. Перший майданчик – Олександра Тюріна, член ініціативної групи батьків Миколаївської обласної організації «Ліга інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату. Перемогти себе». Директор юридичної фірми «Advice Consult» Олексій Кочубей. Доброго вечора. Фотограф Юлія Боярина. Представник Миколаївської обласної організації «Ліга інвалідів з порушеннями опорно-рухового апарату «Перемогти себе» Олексій Довгих. Ігор Пох, наш постійний гість, публіцист, журналіст. Тетяна Жуковська, начальник Миколаївського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт». Доброго вечора. Переходимо до другого майданчика.
Ігор Леонідович Порхун, голова Миколаївської обласної організації глухих. Разом з ним Тетяна Міснікова, перекладач жестової мови Миколаївської організації глухих. Вікторія Бєсова, заступник директора Державного комплексу соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Володимир Смолярчук, директор Миколаївського учбово-виробничого підприємства «Сліпих». Шановні гості, шановні експерти, доброго вечора. Запрошую до дискусії. Дякую, Олександре. Як я вже сказав, за півгодини ви побачите, вже трохи менше, ніж за півгодини, ви побачите на екранах телефона прямого зв'язку. І вже зараз ви можете приєднуватися до нас через Фейсбук. Ось тут планшет дозволить побачити негайно все, що ви напишете, і яким озвучити це у студії. На жаль, як я вже сказав, немає представників офіційної нашої влади, хоча я ж вже сказав, вони були заздалегідь попереджені офіційним листом і навіть обіцяли прибути. На жаль, не буде кому відповідати на ваші запитання, але я впевнений, що вони подивляться цю передачу, принаймні ми про це подбаємо, і потім будуть змушені просто за своєю посадою все ж таки відповісти. Тому, будь ласка, якщо є якісь конкретні запитання, на жаль, тут в студії вам не буде про якісь конкретні случаї, не зможу тут дати відповіді, принаймні, якісь офіційні особи. Втім, якщо ви телефонуватимете на наш студійний телефон, то просто, будь ласка, лишайте ваші контакти для того, щоб після програми ми могли передати ці ваші прохання, ваші скарги, ваші заяви за приналежністю, і ви могли отримати відповідну відповідь. Олександр підготував сюжет, який ми щойно подивилися. Це, так би мовити, постановка проблеми. А зараз я пропоную подивитися про те, як на окремих прикладах реалізуються права інвалідів, чи взагалі не реалізуються. Отже, як живеться інвалідам у нашому так званому безбар'єрному середовищі? Будь ласка. Цим незручним пандусом Галина Вікторівна Балюрко з допомогою свого чоловіка змушена пересуватись кожного дня, адже їй необхідно ходити до лікарні. У 2010 році жінці через складне захворювання судин ампутували ліву ногу. Відтоді вона пересувається на інвалідному візку. Труднощі починаються з самого порогу будинку. Просили 2 роки чекати, поки місця не зробить цей пандус. Потім зробили вони його. А он никуда не годится. Муж только их поднимает, меня или пустую коляску, и спускает. Все, больше пользы с его никакой нет. Я его не подняться не могу на нем сама, не выехать сама не могу, потому что он неправильно сделан. До того ж, ця споруда витримала недовго. Тут вже зруйнувався верхній шар покриття і вже видно металоконструкції, через які пошкодились колеса нового інвалідного візка. Тепер Галина Вікторівна пересувається на старому. Коляска сейчас поломалась, сказали, что ждите, колясок нет, есть старые. Потом эти коляску возьмете на прокат до декабря месяца. В декабре месяце, уже к концу года, будет уже положено, придет со Львова коляска мне. Так, у кілька етапів за допомогою чоловіка вона долає ці перешкоди. На милицях жінці пересувати складно. До того ж, через прогресуюче захворювання судин жінка не може користуватись протезом. Крім того, може втратити і другу ногу. Галина Вікторівна також хворіє на цукровий діабет, а у 2012 році перенесла інфаркт. Через вживання великої кількості ліків має також проблеми зі шлунком та кишківником. Вот сейчас выписали мне на 3000 лекарств, я могу их купить, а? Вот скажите, пожалуйста. Сейчас мне надо прокапаться душевно, я в этом году прокапывалась сначала, сейчас надо еще мне прокапаться. Что делать дальше, не знаю. Некому помочь, некому обратиться. Двом самотнім людям, у яких немає дітей, складно вижити, отримуючи невелику пенсію. Більшу частину коштів витрачають на ліки. Галина Вікторівна показує великі стоси препаратів, які приймає щодня. Все на мені виповняю, поки здоров'я дозволяє. Мені тільки, щоб замінили пантус, як я показував в тому корпусі, дуже буде велике облегчення. Це робота ЖЕК-19. Об'язати їх, виповнити.
Ситуацію у нашій знімальній групі прокоментували у департаменті соціального захисту населення, де запевнили, що подружжя отримує усю необхідну допомогу. Жінка має всі необхідні засоби реабілітації. Новий візок їй буде надано вже на початку 2016 року, а поки що отримає на прокат інший. Переробити пандус відповідно до будівельних норм уже зобов'язали ЖЕК. Цей пандус дійсно не відповідає, біля 3 градусів там є розрив між державними будівельними нормами і тим, яким є на сьогодні цей пандус. Так, пандус потребує ремонту. Будемо тримати це на питання на контролі. В обов'язковому порядку це питання повинно бути доведено до кінця. А питання зі спорудженням пандусів і дотриманням норм має контролювати Комітет з доступності та управління архітектури. Цій сім'ї призначена в зв'язку з подорожчанням цін на житлово-комунальні послуги, призначена субсидія. Минуло вже більше місяця відтоді, як наша знімальна група побувала в гостях у подружжя. Галина Вікторівна говорить, що її захворювання прогресує. Левову частину свого невеликого бюджету витрачають на ліки і комунальні послуги, решта – на харчові продукти. Нещодавно жінка отримала новий візок для пересування на вулиці. А от ситуація з пандусом з місця не зрушила. Как последний раз были, ничего не изменилось. Я спросил муж у мастерицы ЖЭКа. Она сказала, мы знаем, мы все знаем, и все, и на этом конец. А так паёк вот вчера дали, пошел, принес 3 килограмма крупы и килограмма 3 муки. Крупы и муки, и 2 мыла, и все. Ми за це спасибо, звісно. У ЖЕКу номер 19 цю проблему знають. Тут мають розробити технічні умови, а от переоблаштуванням займатиметься спеціалізована підрядна організація. Жилець к нам лично не обращався, він обращався в територіальний центр соціальної защити. Нам прийшло, вони обращались напряму в департамент ЖКХ. Тобто ЖЕК просто обслуговує имеющиеся домостроение. Коли дом строївся, дом не был предусмотрен для инвалидов. То есть раньше в проекты это не включали. Поэтому переоборудование, устройство дополнительных каких-либо элементов к дому, это идут по титулу капитального ремонта, которым должен заниматься из городского бюджета. Тобто, як пояснила Тетяна Нюкалова, виконання робіт з перебудови пандусу не входить до статті витрат експлуатуючої організації. ЖЕК его не выполнял, может, выполнялись, я не знаю, честно говоря, кто его делал, потому что он делался до меня, и документов у меня на него нету. То есть это могли сделать даже те же самые депутаты во время своих предвыборных кампаний. Понимаете, у нас сначала делается, а потом смотрится, что с нормами, не с нормами. Тут визнають, що пандус побудовано з порушенням норм і він потребує капітальної реконструкції. Про це в ЖЕКу буде складено відповідний документ. А от хто і коли займатиметься його перебудовою – це питання залишається відкритим. Отже, як бачимо, у нашій безбар'єрній Миколаївщині інвалідам живеться не так легко, як про це звітують у численних на численних конференціях, на численних прес-конференціях, ті, хто за це відповідає. За традицією, я пропоную нашим гостям по одній хвилині для того, щоб визначити вашу позицію на початку програми, тобто висловити те, що для вас є найважливішим зараз, саме зараз, адже я розумію, що протягом 2 годин, можливо, що з'являться щось ще таке, що вам захочеться сказати вже наприкінці програми. А зараз, будь ласка, по одній хвилині. Спасибо. Наша организация уже несколько лет работает над тем, чтобы добиться доступности нашего города, скажем так. И мы сталкиваемся даже с теми проблемами, что наша архитектура, управление архитектурой города, просто разрабатывая проекты по пандусам, вот, по доступности, они не соблюдают те элементарные нормы державных будивельных норм, пункт 2.2.17. И просто это немножко удивляет. Почему архитектура города не ознакомлена, скажем так, с элементарными вещами. Наша организация также сама проводит работу по доступности автовокзалов, транспорта и всех общественных мест. И мы сталкиваемся опять-таки с тем, что люди не совсем понимают то, что мы инвалиды, все-таки полноценные члены общества. Мы также само хотим жить, радоваться и любоваться нашим красивым городом.
который у нас на 90% является недоступным в данный момент. Дякую, будь ласка, Ольга Миколаївна. Вы знаете, мне очень обидно, ну, наверное, это у нас уже идет наследие, что вот у нас бывает какой-то день, и вот в этот день наши власти, наши люди вот начинают вспоминать, что, понимать, ай, оказывается, у людей есть проблемы безбарьерные. Вот завтра наступит 4 декабря, и мы опять вступим в стадию, понимаете, когда мы живем вот в стране, и я хочу поправить, инвалиды, они не живут, они существуют. И нашей великой стране стыдно, что, понимаете, обычных людей, которые умные, которые светлые, добрые, грамотные, понимаете, сугубо, я считаю, все то, о чем мы сегодня будем говорить, и вообще, это создано, вы понимаете, это не проблема, она штучно созданная вот такая непонятка, которую можно решить одним росчерком пера, которую я уже добиваюсь и занимаюсь это 20 лет. Поверьте мне, вот на сегодняшний день я не буду занимать время, но я была, начиная с 2000 года, и у президента Кучмы лично, и у президента Ющенко. Я встречалась у них в кабинете. Я привозила вот такое, понимаете, просто на моего, так сказать, опыта, возраста. Я, наверное, ну, 20 лет, это грубо говоря, это бьюсь. И вот для меня непонятно, понимаете, в любой европейской стране проблем инвалидов вообще не существует. И как таковых инвалидов нет, потому что там в законодательной базе предусмотрено. Если это пешеходный переход, он делается с пандусом. Если это дом, какой бы он ни был он предусмотрен, не был, но это решается на законодательной базе, ну, на местном уровне, потому что, понимаете, не имеют права люди. Мне не хочется сейчас грубо говорить, но понимаете, которые считают там люди с ограниченными возможностями или с особливыми потребами. Да какие же у нас особливые потребы, господа? Это настолько, это у вас особливые потребы, потому что вы себе позволяете все, а мы не можем позволить элементарного. А с этого начинается и образование, и лечение, и досуг, и уровень вообще жизни. Потому что вот вы только что показывали сюжет, а вот этой бабушкой, она приехала ко мне, позвонила, я поехала к ней, и вот эту проблему я приехала на телевидение, я пригласила журналистов, я подняла, и вот мы, слава богу, ей выбили коляску, и сейчас я добью, потому что, понимаете, радикальные меры, извините меня, но в конце концов мы посадим этот департамент, мы посадим на коляски и заставим их 3-5 дней поездить на работу, с работы, и потом, может быть, задумаются, если мы не можем решать по-человечески, значит, нужно, соответственно, решать и заставлять людей думать, что рядом с ними живут люди, которые ничего не претендуют, а элементарное отношение, которое можно решить одним росчерком пера. Дякую. Пока что все. Дякуємо вам за такий коментар. Видно, що ви говорите про наболіле. У нас, до речі, є дуже хороший інформаційний сюжет, і я пропоную і вам, і нашим глядачам подивитися на те, як же живуть інваліди в європейських країнах і наскільки держава турбується про них там. Асистенти, прошу, включіть інформаційний сюжет. У більшості країн Європи люди з інвалідністю – це категорія громадян пріоритетна у всіх відношеннях. Будь-яка соціальна ідея або проект до реалізації безумовно підлаштовується під потреби людей з обмеженими фізичними можливостями. Це стосується і транспорту, і містобудівництва, галузі обслуговування і соціальної допомоги. У різних країнах характер фінансування соціальних послуг варіюється – від частини сплати за рахунок страхування особи до повного покриття вартості обслуговування людей з інвалідністю. Ретельно продумані всі моменти – від зручного проживання, побуту і до можливості отримати освіту і працевлаштуватися. Жодної дискримінації, а часто позитивна дискримінація. Цей термін передбачає, що люди з інвалідністю мають набагато більші соціальні права та гарантії, аніж інші громадяни. Перше і невід'ємне – це свобода руху. Люди з інвалідністю мають право і мають змогу відвідати будь-яке місце на рівні з іншими. Ліфти, розширені дверні пройми, пандуси, прилади для підйому інвалідних колясок, скоси на тротуарах –
Спеціально обладнані таксі і міські автобуси, прибирання зайвих сходів – все це робиться для того, щоб такі громадяни мали не лише свободу пересування, але й рівні можливості отримувати необхідні державні послуги. Отримувати освіту, роботу, житло, заробітну плату на рівні з іншими. Міська інфраструктура, ескалатори, двері, міський транспорт, спеціалізовані туалетні кімнати – це красномовні елементи відношення держави до своїх громадян, яким важко обійтися без сторонньої допомоги. Такі приклади гідні наслідування. У більшості випадків сповідується ідея, що реабілітація та подальше працевлаштування людей з інвалідністю економічно вигідніше, аніж постійне забезпечення їх пенсіями і соціальними послугами. Такі соціальні гарантії в країнах Європи мають особливості, залежно від країни, але є обов'язковими і невід'ємними. Пам'ятаєте, ну ті, хто жив при радянській владі, пам'ятають, що в школах, та не тільки в школах, а був такий ідеологічний штамп. Два міра, два образи житті, два міра, два дійства. Да? Ось фактично це ми зараз бачимо. Втім, я хотів би, можливо, зараз трошки побалакати про це, про те, чому десь можна, десь не можна. Адже я розумію, що, звичайно, йде мова про кошти. Але здається мені, що тут справа не тільки в коштах. Адже, подивіться, є, скажімо, розпорядження робити пандуси. Ну, і формально їх нібито роблять. Я спілкувався з декількома бюджетниками, вони кажуть, ну що, нам прийшло розпорядження, зробіть пандуси, грошей на це немає. І нічого не виділяється. Тобто, на технічну документацію, на те, щоб це зробити, будь-що. Тобто ми кажемо, ну що, там самотужки зробили? Ну, нібито схоже на пандус. Добре, добре. Все, відкараскатись від нас, ми все зробили. І це саме таке ставлення. Ви правильно казали, що, напевно, треба усіх, хто займається питаннями людей з особливими потребами, саджати на коляски, не знаю, там, ставити їх на милиці тощо. Принаймні, коли я в результаті травми певний час не мав ходити на милицях, то я дуже по-іншому подивився на ті питання, які ну, для здорової людини, навіть взагалі вона про них не замислюється. Втім, ось кажучи про переможні реляції, я пам'ятаю, що в минулому році дуже багато йшло такої, знаєте, просто гучної мови про те, що в нас у Миколаєві розпочата інклюзивна освіта. І багато посадовців відзвітували урочисто про те, що ось дивіться, у нас вже зараз це існує, у нас вже зараз діти навчаються, діти з особливими потребами, навчаються в колективах, де здорових, де серед здорових дітей, проходить інтеграція тощо. Багато було звітів, багато було сюжетів. Я пам'ятаю, які були чутливі репортажі про наших депутатів, які приходили і щось там таке зворушливо казали про це, що ось дивіться, я розумію, зараз ми разом щось будемо робити. Ну ось у нас є люди, які мають безпосередньо що розповісти про те, як у нас відбувається інклюзивна освіта. Будь ласка. Дякую. Ну ситуація така, що сьогодні нормативна база вся існує, але потрібно її втілювати в життя. А що ми маємо насправді сьогодні в Миколаєві та області? Ми створили в 2013 році, я отримав перший інклюзивний висновок на навчання в інклюзивній школі, ну, в інклюзивному класі моєї дитини. І ми розпочали цей процес дуже складно, дуже боляче для, здається мені так, дуже боляче для влади. Що ми маємо сьогодні? Ми маємо сьогодні інтернат на Першій Слобідській, який є сьогодні там, і в якому навчаються діти. Вони пішли туди минулого року. Але зараз, в цьому році, діти піти туди не змогли. Чому? Тому що немає коштів для того, щоб оснастити підйомники на другий поверх. Щоб цих дітей прийняти нових, треба цих дітей підняти в аудиторії, які вільні на другому поверсі. А підйомників немає. Що стосується по школах? Жодна дитина, яка сьогодні пішла на інклюзивний, так називаємо, навчання, оформлені асистенти викладача, допомога, але жодна дитина не пішла в класи, які відповідають положенню про інклюзивне навчання. Чому? Тому що в жодному класі не вчиться 20 дітей, як рекомендується або вимагається. Навчальні заклади не взяли на ставки дефектологів, логопедів не взяли на ставки, відсутні реабілітаційні кімнати. Що говорити про мою дитину, то вона до сьогоднішнього дня не займається фізичною культурою в школі, не займається хореографічним мистецтвом, але вона включена і вона перебуває серед однолітків і включена в цю систему.
Я думаю, що ми зробимо позитивні висновки, але основним все ж таки є прийняття розпорядження або плану заходів по впровадженню інклюзивного навчання в Миколаївській області і, відповідно, в місті Миколаєві. Такого документу до сьогодні немає. Два роки ми намагаємось прийняти цей документ. Ми були неодноразово на прийомах міського голови пана Гранатурова, в Шевченко заступника, в пані Янишевського заступника облдержадміністрації на особистих прийомах. Але незрозуміло для мене причин, такі документи розпорядження не прийняті. Крім того, майже в 60-70% в областей і регіонів України вони прийняті. І минулого разу, коли я був на прийомі, я всі ці документи приніс і показав. Але відповідь, яку мені надали, вона просто мене, знаєте, вразила. Тому що мені сказали, можна написати дуже багато папірців, а нічого не виконувати. А ми виконуємо. Тому я поки що не розумію, що мені робити з цим і як далі мені боротися з цим напрямком. Я хочу сказати, що сьогодні ми маємо позитивні результати. Діти пішли у середовище своїх однолітків. Вони почали там перебувати. Ми маємо резонанс. І я думаю, що ми будемо, якщо без влади, особисто будемо продовжувати цю роботу. Якщо з владою, то, звісно, нам буде легше. Бо всі, з ким ми спілкувалися, в кого є такі позитивні зміни, а це Львів, це Вінниця, вони сказали, без допомоги, без розуміння місцевої влади, ви навряд чи зрушите з мертвої точки. Зрозуміло, дякую. Я хочу сказати, що, незважаючи на те, що тут позначено саме департамент соціального захисту, втім, безпосереднього керівника Ольга Вікторівна Сивопляс насправді робить дуже багато для інвалідів, наскільки мені відомо. І наше ставлення, ну, принаймні, моє особисте ставлення як людини, як жителя цього міста, до неї дуже позитивне. Я розумію, скільки справді їй доводиться про питання вирішувати і наскільки вона ефективна у цьому. Втім, питання не в тому, що вона сама чимось завинила. Питання в тому, що якби вона була тут, то, напевно, їй прийшлося б відповідати не за себе, а за тих, хто займається прийняттям цих програм, про які ви кажете, і про тих, хто надсилає переможні реляції у Київ та будь-де, серед тих людей, яких ви згадували, такі є, і кажуть, що все здорово, добре, все зроблено для інклюзивної освіти. Втім, наскільки я розумію, просто завели дитину, справді, дуже добре. Показали, що ось, дивіться, вона є у середовищі однолітків. Оце справді добре. Втім, не створюючи нічого для створення для інфраструктури, для забезпечення інфраструктури, не виділяючи коштів на це, не приймаючи відповідних програм, звичайно, нічого і не відбуватиметься. Про те можна казати. Ми зробили. Адже я пам'ятаю, скільки разів пан Мельниченко, попередній керівник департаменту, обласного департаменту освіти, доповідав, що все вже зроблено, ми вже запустили інклюзивну освіту, все робиться, і діти навчаються тощо. Ну, ви кажете про те, як воно відбувається насправді. Будь ласка. Доповнити два слова. Справа в тому, що ми сьогодні говоримо про категорію дітей, які випускаються з реабілітаційних центрів, або дітей, які йдуть в перший клас. Але ми маємо говорити про три категорії дітей сьогодні. Це перше, що я назвав. Друге, ті, що знаходяться сьогодні вдома на індивідуальному навчанні і хотіли б навчатися зі своїми однолітками, а вони навіть не знають, що є такий вид, що як інклюзія, який дає їм право прийти в школу і навчатися з усіма. Третя – це друга категорія, а третя категорія – це інтернатні заклади, в яких є діти також здібні, нормальні, які б могли б вийти з інтернатних закладів і навчатися. Ви знаєте, коли я вивчав базу по інших регіонах, я зустрівся з таким питанням. В нас Кабінет міністрів часто вимагає від нас економити державні або бюджетні кошти. Так ось в деяких регіонах вони економлять гроші, впроваджуючи інклюзивну систему навчання. Яким чином? Тому що вчитель, який приходить додому, а повинен прийти не один вчитель, а декілька вчителів, він витрачає державні гроші. І не маленькі гроші. Дитина, яка знаходиться в інтернатному закладі, також вимагає грошей на своє утримання. І тому регіони, вони це зрозуміли, деякі регіони. І вони за рахунок того, що вони зменшують кількість дітей на індивідуальному навчанні та в інтернатних закладах, можуть економити навіть державні і місцеві кошти. Розуміло, дякую. Є комусь щось додати? Тут у нас є офіційні особи, які такі безпосередньо просто за вашою посадою стикаються з тими проблемами. Я маю на увазі ось наш другий майданчик. Пайнова, будь ласка. Ну, тоді давайте, поки ви, я розумію, що тут є певний час на переклад. Коли Ольга Миколаївна казала про те ставлення до інвалідів,
Я хотів, думав, з чого почати, або з того, як до них ставляться у, за кордоном, або до витоків того, що ми маємо сьогодні. На щастя, це вже не так жахливо, як у тому сюжеті Федіра Бондара, який ми зараз по вами подивимося. Але щось мені здається, що генеза того ставлення до інвалідів у нас, у державі, у нас, у країні, як до когось того, про кого, звичайно, можна казати, що вони герої, що вони заслуговують на повагу, на пошану, ми обов'язково про це будемо казати. Але і так, щоб, знаєте, вони прибрати їх з глаз долой і серця вон. Давайте подивимося сюжет Федіра Бондара. Він справді жахливий, але ми маємо про це знати. Будь ласка. На картинке бегут солдатики, на картинке грохочет взрыв, и лошадка по тонкой насыпи тянет тех, кто остался жив. На дощечках, толкаясь культяпками, возвратятся герои назад, в жизнь, затянутую плакатами, в несгибаемый Ленинград. Вскоре их увезут в Паладоге на разграбленный Валаам. Отслужили свое, ненадобны, оставайтесь, калеки, там». Середки поетеса Людмила Башко написала про події, що стосуються героїв і просто солдатів Червоної армії, яким пощастило вижити, але не вдалося зберегти своє тіло. Про те, що через кілька років після перемоги було влаштоване масове переселення інвалідів війни, говорили якось дуже мало, навіть в роки масштабних та гнівних розслідувань злочинів сталінського режиму. І сьогодні дехто каже, що не могло бути такого звірячого ставлення до воїнів-визволителів, тим більше тяжко поранених. Але якщо згадати інші факти з історії країни, в якій соціалізм перемагав, незважаючи на смерть мільйонів і мільйонів власних громадян, якщо пригадати голодомори, репресії, депортації цілих народів, то знищення такого прошарку, як інваліди, не видається чимось надто кривавим. Отже, 1950 року інвалідів війни майже одночасно, дуже нагадує депортацію народів, вивезли з міст країни-переможниці. Острів Валаам став одним з перших задокументованих місць поселення інвалідів у так звані інтернати. Насправді ці заклади мало чим відрізнялися від таборів для ув'язнених, а зважаючи на те, що призначались вони для інвалідів, часто в тому числі взагалі без кінцівок, це було незрівнянно гірше за умови для нормальних радянських зеків. Такі заклади діяли по всьому Союзу приблизно до 1984 року. Ймовірно, згодом умови покращувалися. Але в перші роки пацієнти, так би мовити, вмирали практично без обліку. Це пізніше на їх могилах з'явилися хрести, поставлені монахами. А спочатку інвалідів ховали безіменними, під кілочками з табличкою і номером. Від багатьох і такої могили не залишилося. Відповідь на запитання, чому так повелася держава зі своїми героями, звучить злочинно і безглуздо для вуха нормальної людини з, бодай, елементарними уявленнями про добро та зло. Іншого варіанту, крім того, що інваліди з орденами, які жебракували, і нерідко могли розказати про війну таке, чого за офіційною версією не могло бути, що такі люди виглядали неестетично на тлі гігантських перетворень, що відбувалися в країні. Розповідають, що висилали на смерть лише одиноких інвалідів. Але хіба це виправдовує режим, котрий на словах опікувався перш за все саме щастям простої людини, трудівника і воїна? А наскільки масштабна була операція, рахуйте самі. І майте на увазі, що повернулися з війни інвалідами мільйони фронтовиків. 775 тисяч з розбитими черепами, 54 тисячі сліпі, понад 3 мільйони без однієї руки, 3 мільйони 255 тисяч без однієї ноги. Безруких і безногих їх називали самоварами, вишуканий радянський гумор. 85 тисяч 942. До речі, в інтернаті на Валаамі, який почав діяти з 1950 року, світло з'явилося лише через 2 роки. Приміщення не опалювалися. Влітку самоварів вивішували на цілий день в кошиках на деревах, інколи по 2 в один кошик. Бувало, що забували знімати на ніч. Безглуздо? Так. Але нагадаю, йдеться про період, коли рішення начальника, а тим більше вождя і вчителя всіх народів,
мало виконуватися будь-якою ціною. Людське життя аж ніяк не вважалося надмірною платою. Я думаю, звичайно, сюжет справді жахливий, і дякувати Богу, що зараз не ті часи. Втім, щось мені здається, що це ставлення, воно закладалося саме тоді. У нас є дзвінок глядача, будь ласка, ви в ефірі, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Андрій, я з Корабельного району. Значить, я буквально в двох словах скажу, от, просто прокоментирую те, що от ви обсуждаєте. Да, ви правильно говорите насчет того, що... Ну, честно, слово такое инвалид, но оно немножко сегодня как-то вот, ну, грубовато. Да, это люди с различными возможностями, но не такие же, такие же граждане, такие же нормальные, умные люди. Да, они просто немножко ограничены. Но, вот скажите, пожалуйста, вот даже вот взять Рузвельта, президента Америки в свое время, это был тоже инвалид. Это был человек, который на коляске передвигался. Но люди его воспринимали, как это просто был авторитет для всей страны. Это был человек, который действительно решал мировые вопросы. Почему, вот, к примеру, не будем брать далеко, вот у нас в Николаеве не поставить вопрос вот так, ребром, что вот есть общество инвалидов, есть люди, которые отвечают за эти вопросы. Почему так? Прийти и сказать, дайте, пожалуйста, ребята, с бюджета, вот столько-то, столько-то, столько-то вот финансов, дайте нам на вот это. Почему постоянно люди ходят, просят у организаций, у бизнесменов, пишут какие-то письма, ходят, просят. Опять же, закон борьбы с коррупцией. Завтра пришел, к примеру, дядя, частник, дал 1 000 000 гривен. Он придет завтра и скажет, ребята, мне же он дал 1 000 000 гривен. Напишите письмо нам, на мэра, на губернатора. Я хочу там себе что-то поиметь. То ли же это кусок земли, то ли же это там какое-то предприятие, которое вот, не работает. Вот такого плана. Почему это не предусмотреть вот так, чтобы ребром, чтобы люди не просили просто, а просто вот взять и принять это как-то вот, ну, на цивилизованном уровне. Спасибо большое, извините. Спасибо. Ну, я больше чем уверен, что вот эта табличка на пустом кресле, она на многие ваши вопросы ответит. Хотя я еще раз подчеркиваю, право, она адресована не Ольге Викторовне Сивопляс лично, потому что она действительно делает очень многое. А те, кто мог бы и обязан был бы отвечать на эти вопросы, они сегодня не пришли. Пожалуйста, Ольга Николаевна, пожалуйста, Оля, давайте. Я прокомментирую вот чуть-чуть. Значит, смотрите, вот мы сейчас говорим о бюджетах, денег не хватает и так далее. Вот у меня просто элементарный вопрос. Какой бюджет нужен для того, чтобы управление соцзащиты Ленинского района сделать пятиэтажные хрущевки на третьем этаже с вот такими пролетами, что там 2 человека не пройдешь. И вот только приходишь, тебя встречает, так сказать, за ресепшеном бабушка, который ты пришел получить какую-то консультацию. Управление соцзащиты. Святая обязанность работать вот с людьми с ограниченными возможностями. Вот для того, чтобы ты попал к инспектору, тебе нужно прежде всего отчитаться перед бабушкой, которая начинает, не понимая, звонит по телефону, вызывает там кому-то, тебе с третьего этажа спускается инспектор, потому что ты физически туда не можешь подняться, вся на нервах, потому что у нее идет прием, а тут кто-то... Вот скажите, это не кощунство, это насколько надо не любить людей, чтобы вот взять... У нас мало одноэтажных зданий, у нас мало... Вот что заставляет людей, которые... Вот вы говорите, допустим, вот за кресло, которое у нас отсутствует. Господа, у нас столько людей, начиная областное управление соцзащиты, региональный фонд защиты инвалидов, департамент, районные управления. И в каждом сидят сотни людей, которые получают зарплату, которые якобы как должны выполнять какую-то свою функцию. Функцию защиты инвалидов там, или помощи. И вот мы сидим, люди, которые имеют к этому отношение. И вот уже битый час, и еще будем говорить о том, что нам делать. Господа, это уже тянется десятилетиями, двадцатилетиями. Значит, есть ли чиновники, которые неэффективно выполняют свои обязанности? Скажите, вы знаете хотя бы одного человека, инвалида, который работает вот в службе какой-нибудь социальной защиты? А вот если бы работало вы или отношения... И вы бы поднимались каждый день на третий этаж пятихрущевки, спускались, потому что вам надо... Прежде всего стал бы вопрос о том, что, ребята, давайте менять. Вот это неправильно, это не по-человечески. Какие здесь нужны бюджеты? В
Второй вопрос. Вот буквально у нас пришел новый мэр. Я встречаюсь с мэром и поднимаю уже этот вопрос. Первый. Что вот как вы смотрите на то, чтобы вот решить такой вопрос? А перед этим идет вопрос о маршрутках, о земле и так далее. И все касается. Нету денег, нету бюджета. Вот будем пополнять. Я подхожу к нашему больному вопросу, что так бы хотелось много ребят. А мы сейчас должны учитывать, что из-за этого горя у нас сейчас... Тысячи раз появилась, извините меня, армия инвалидов, молодых ребят, которым по 20 лет, которые пошли выполнять святой долг перед страной, и страна их не спрашивала, у тебя есть деньги в бюджете и чем себе, или иди. А сейчас начинает наша страна, наша власть рассказывать, а у нас нету для этого денег. А я привожу пример. Господа, у меня на руках сейчас доказано, внесена в прокуратуру о том, что у нас на пассажирских перевозах в результате коррупционных схем, непрозрачности, тендеров и так далее, у нас каждый месяц 5 миллионов идет в карман чиновникам. А в год это 52 миллиона. Это только пассажирские перевозки. Ну и как экономистам доказано, под прокуратуру 52, у нас нету где взять денег. А если мы коснемся глубже земля, а если у нас, мы коснемся глубже непрозрачность акцизов и так далее, давайте подумаем, сколько денег. А извините меня, у нас один бизнесмен ставит бигборд. А почему нельзя заключить один бигборд, один пандус, один бигборд, один еще что-то? Понимаете, у нас станет город чище, у нас появятся деньги и возможность. Давайте искать какие-то креативные, радикальные меры. А нам говорят, ну рано или поздно мы это сделаем. А у нас за этим рано или поздно жизнь стоит. Жизнь молодого пацана, жизнь ребенка и так далее. А мы ставим на чашу весов дороги, маршрутки и жизнь, судьба. Это не просто даже инвалида, а это его судьба, его семьи, его детей, его родителей. Я вот столкнулась в своей жизни о том, что я начинаю два высших образования. Я хочу быть нужной, полезной. Что нужно делать? Я открываю свой бизнес. Начинаю. Ага, а кредиты инвалидам не дают. А субсидии, дополнит, как говорится, сотрудничество с инвалидами не хотят. И вот возникает вопрос, а как жить? Работы нету, образование нам пандусы не дают, нас государство, извините меня. Так вот я хочу спросить, мы живем среди людей или мы живем среди парнокопытных, которого между совести, вместо сердца, понимаете, там какая-то вот кресло, деньги и так далее. И я на сегодняшний день могу тысячу раз доказать, пусть чиновник придет ко мне или позовет меня и скажет, у меня нету денег, а я скажу, где найти. Не воруйте, не обманывайте, не работайте себе на карман. И вам Господь тогда пошлет, понимаете, во сто крат больше. А те ребята, которые сегодня пополнили ряды этого, мало того, что они переживают физическую боль, понимаете, это страшно, но физическая боль от таблеток, от уколов проходит, психологическая боль, ладно, человек смирился, без ноги, без руки, но игнорирование, иногда словом, бездействием, можно сделать и убить так, что уже человек никогда не придет, а у нас все, что вокруг делается, это геноцид, реальный геноцид. И так нельзя. Я обращаюсь ко всем, чиновникам, все, кто сидит. Не умеете работать, не хотите работать, не знаете, идите к чертовой матери. Дайте возможность работать людям и делать нашу жизнь лучше. А если рядом с вами человек, который нуждается, инвалид это слово, будет счастлив, понимаете, наше общество выздоровеет. А мы же все больные, больные только из-за того, что мы ищем варианты. Спасибо, Ольга Викторовна. Оля, одну секундочку, у нас есть, уже долго ждет зритель, давайте мы его послушаем. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня к вам вопрос. Я являюсь инвалидом первой группы по зрению. Уже долгие годы, с 2007 года. У нас в городе отсутствует служба сопровождения для слепых людей, особенно для одиноких. Хотелось бы узнать, будет ли такая служба вообще? Спасибо. Ну, в принципе, к сожалению, у нас опять-таки, как я подчеркиваю, некому отвечать от представителей власти на эти ваши вопросы. Но есть вроде бы те, кто может вас проконсультировать. Я могу прокомментировать этот телефонный звонок. Ну, так,
наперед немножко забегая, наша организация во главе с Анной Миронюк, мы собираемся разрабатывать такой проект, новый запускать, то есть для того, чтобы совместно с соцзахистом проработать эти все вопросы сопровождения людей с проблемами зрения и запустить все-таки, чтобы были люди обучаемые и которые будут оказывать такую услугу. Ну, это еще только перспектива, еще пока ничего не начато, скажем так. Понятно, спасибо. Надеемся, что все будет. И вы, Оля, хотели прокомментировать первый звонок. Да, я просто хотела сказать насчет финансирования. Вот меня немножко тоже смущает такой вопрос. Наверное, у нас, скажем так, общество еще не готово воспринимать инвалидов. Даже простые люди, не только чиновники, а все люди, они не воспринимают нас как нормальных членов общества, потому что у нас очень много бизнесменов, скажем так, аптеки, кафе, рестораны, все что угодно, это частный бизнес у нас в городе. И по законодательной базе они при открытии своего заведения обязаны предоставить доступ людям с инвалидностью. Это и для слабовидящих разметки должны быть, и пантусы по нормам ДБН, и все-все. Это все прописано уже до нас. Но почему-то никто не может на них никак повлиять, чтобы они это все соблюдали, законодательную базу. И вся документация им подписывается, ну, опять-таки, то есть без никаких проверок и без ничего. То есть каждый бизнесмен должен в первую очередь задуматься, когда он открывает какое-то свое заведение, то есть что вот есть мы, мы тоже живем в этом городе, и мы тоже пользуемся всеми услугами. И салоны красоты, и парикмахерские, и все-все. Это все нам тоже надо, как и всем обычным людям. И если будет доступ, то это тоже будет прибыль. Спасибо, Оль. Я вам вообще должен сказать, что вот помните о самом, во втором сюжете, вот, где шла речь об этой женщине-инвалиде, представительница ЖЭКа говорит, ну а что мы, собственно, вот пускай депутат придет, вот депутат сделает. А депутаты, да, приходят, иногда что-то показывают, рассказывают, как я помню, в школе было. Только выборы, к сожалению, у нас не каждый месяц проходят, поэтому вот ждать каждый раз депутата не приходится. Кстати, вот по данным статистики, в Украине только 30% от общего количества людей с особыми потребностями имеют работу. А вот действительно, вы правильно говорите, что как-то не очень торопится их трудоустраивать. Но есть специальные организации, есть специальные предприятия, на которых эти инвалиды работают. У нас тут, собственно, есть и люди, которые их представляют. Давайте посмотрим сюжет о таком предприятии общества глухих. И я очень прошу вас, уважаемые зрители, обратите внимание на то, что там идет речь о той номенклатуре продукции, которую они выпускают, и о том, что просто покупая то, что сделано их руками, вы можете их поддержать. Давайте посмотрим. Серед проблем, з якими стикаються люди з інвалідністю в реальному житті – працевлаштування. Хоча існують законодавчі норми, що зобов'язують працевлаштовувати осіб цієї категорії, будемо відверті, їх не завжди дотримуються. На Миколаївщині діють десяток підприємств, де працюють інваліди. Серед них і підприємство Українського товариства глухих. За 80 років свого існування цех з виробництва меблів пройшов шлях до невеликого підприємства. Зараз там працює 20 осіб. Чимало робітників можуть похвалитися безперервним стажем роботи тут від 20 і більше років. Це моє рідне підприємство, його дуже люблю. И всю жизнь посвятила этой работе. И мне кажется, никогда отсюда не уйду, потому что у меня очень хорошее предприятие. Прекрасный руководитель, который заботится о нас, глухих, который старается найти заказы в такое тяжелое время. А мы работаем, получаем зарплату, мы живем. Я сейчас и шью, и любую работу, которую мне поручает руководство, я выполняю с удовольствием. 34 года моего стажа на предприятии. УПП – це мій другий дім, я його дуже люблю. Обидві жінки бажають лише одного, аби були замовлені на підприємстві. Про це говорять і на іншому підприємстві, де працюють люди з вадами зору. Для багатьох з них це єдина можливість трохи заробити до своєї пенсії. Людям з вадами зору, особливо коли сліпота повна, дуже важко працевлаштуватись. Однак тут також цехи завантажені не повністю. 3-4 дні в місяць працює картонажний участок. Участок мішков, скоросшивателів. Там люди работают более стабильно, но тоже ограничены до минимальной зарплаты. Вот. И тоже с реализацией тоже сезона, то лучше, то хуже. Вот такая у нас работа.
Стабільно працює лише трикотажний цех. Тут виробляють робітничі рукавички, ті самі, якими ми користуємося на присадибних ділянках або вдома. Попит на продукцію поки що є, хоча, як і в картонажного цеха, тут з'явилися конкуренти. Продукція товариства сліпих дорожча, адже тут частина роботи виконується вручну. Конкуренція на ринку дуже велика. Однак, купуючи продукцію саме таких підприємств, ми не просто робимо свою оселю затишною, а допомагаємо зберігати робочі місця для людей з інвалідністю. Крім того, потрібна і державна підтримка, хоча б на рівні пошуку замовників. Кожного року ми звертаємося до бюджетних установ з такою пропозицією, все-таки розглядати пропозиції цього підприємства. Підприємство активно приймає участь в заключенні договорів, в тих процедурах, які відбуваються відповідно до законодавства, і пропонує свою продукцію. Звичайно, хотілося б більшої активності від бюджетних установ. Поки що ці два підприємства працюють, знаходячи маленькі замовлення. Тут мріють про ремонт і оновлення устаткування. І сподіваються, що часи, коли в цехах працювало до 400 працівників, повернуться знову. Игорь Леонидович, председатель областной организации «Глухих». Я хочу добавить к тому, что к сюжету о нашем предприятии неслышащих, о том, что было очень много в свое время государственных заказов, и предприятие процветало. К сожалению, с экономической ситуацией в стране, конечно, очень много произошло изменений на предприятии. И как ни старается директор Паршин Руслан Васильевич, директор предприятия, изыскивать любые заказы для того, чтобы обеспечить неслышащих инвалидов работы. Это колоссальная работа, колоссальный труд. Благодарность также Ольге Викторовне Сивопля за то, что за тесное сотрудничество с предприятием, также за помощь в госзаказах. И, к сожалению, ситуация сейчас такова, что на каждом предприятии нужен определенный процент работников-инвалидов. Этот процент соблюдается, но, к сожалению, на работу принимаются вот из категории неслышащих этой нозологии тех людей, которые принимают людей уже на неквалифицированный труд. Это, к сожалению, очень обижает неслышащих людей, потому что в свое время на предприятии были разряды, категории специальностей столярных, токарных и прочих других. У нас действительно очень талантливые люди, и они на предприятиях были и сварщиками. Очень много таких передовиков производства, которых вспоминаем до сих пор. И вот, к сожалению, вот эта проблема, что прежде всего трудоустройство – большая проблема. И то, что даже если и берут людей на работу, то только лишь на неквалифицированный труд. Спасибо большое. Кстати, я хочу обратить внимание предпринимателей, внимание людей, которые, в принципе, все равно заказывают какие-то вещи. Вы не хотите, допустим, я понимаю, в общем, нельзя бесконечно заниматься благотворительностью, но вы заказываете мебель. Закажите ее в обществе глухих. В конце концов, вот я могу сказать, что добрая половина мебели, которая сделана, есть в нашей студии, она сделана именно там. Поверьте, это действительно качественная продукция. Поэтому таким образом вы тоже можете помочь. Алексей Кочубей, наш юридический консультант, постоянный участник нашей программы. О том, как юридически вообще все, о чем мы говорим, регулируется в нашей стране, и почему законы есть, а в невыполнении их не влечет за собой никакой ответственности? Законы, которые регламентируют вопрос социальной защищенности инвалидов, действительно в Украине есть, законодательная база весьма обширная. Я не буду говорить о всех моментах, связанных с вопросами, которые поднимались в сегодняшней программе. Я попробую коротко сказать о законодательном регулировании трудоустройства инвалидов. Законодатель установил для предприятий и физических лиц, для организации предприятий, собственно говоря, для всех лиц, которые используют наемный труд, обязательные квоты по трудоустройству инвалидов. То есть любое предприятие, независимо предприятие, организация, учреждение, независимо от формы собственности, обязано в установленных нормах принимать на работу инвалидов. В случае, если эти нормы не
выполняется предприятием, то происходит система начисления хозяйственно-административных санкций. Авторы программы, когда формулировали перед ее началом вопрос для меня, сформулировали его таким образом, о том, что распространяется ли эта законодательная норма о квотировании на частные предприятия и выполняется ли она по жизни. Да, как я уже сказал, эта норма общая для всех лиц, использующих наемный труд. Но вот здесь вот какой интересный момент. Одна из общественных организаций инвалидов, назвалась, если не ошибаюсь, провела изучение вопроса о том, как соблюдаются нормы трудоустройства в органах, центральных органах государственной исполнительной власти. Так вот, практически во всех министерствах Украины, ну и в департаментах, комитетах, эти нормы категорически не соблюдаются. Большинство министерств не подает отчетность по трудоустройству Украины. Когда эта общественная организация инвалидов обратилась с запросами в эти министерства, то получили даже, в общем-то, такие вот казусные ответы, то есть одно из министерств, не буду его называть, ответило таким образом, что поскольку мы финансируемся из бюджета, то мы не подаем отчетность и вообще в теме квотирование, выполнение квот по трудоустройству инвалидов нас просто нет. То есть здесь вот в этом примере характерно вообще отношение госслужащих, а второе, здесь еще интересный момент, который демонстрирует их правовой, даже не нигилизм, а незнание. Дело в том, что действительно законодатель установил некую особенность для организаций, которые финансируются из бюджета, эта особенность состоит не в том, что они не обязаны трудоустраивать, а она состоит в том, что они не платят санкции за невыполнение этой нормы. Так вот, получается, что центральный орган госвласти, пользуясь тем, что для него нет никаких штрафов за невыполнение обязательных требований, вообще отнес себя в какую-то особую категорию, категорию тех, для которых трудоустройство инвалидов вообще не является нужным. Ну, это вот так коротко. Да, добавлю еще вот что. Что на практике норма об обязательном трудоустройстве инвалидов выливается в то, что предприятия малого и среднего бизнеса, для которых эта норма, мало-средний бизнес, то есть практически на предприятие до 37 человек нужно трудоустроить одного инвалида. Так вот, предприятие малого и среднего бизнеса выполняет это требование следующим образом. Среди знакомых родственников, работников предприятия, я вижу, что вы киваете, находится знакомый инвалид, который фиктивно трудоустраивается, который не работает, то есть никто ему никакого специального рабочего места не определяет и не готовит. То есть вот такая вот фикция. Хочу сказать, что вообще эта фикция, она определенным образом спонсируется и государством. Несколько лет назад в действующих тогда редакции закона о социальной защищенности инвалидов говорилось о том, что органы государственной власти обеспечивают лиц, которые обязаны трудоустроить инвалидов, этими самыми персоналиями инвалидов. Произошли изменения, на сегодняшний день предприятия, лица, использующие наемный труд, обязаны сами разыскивать инвалидов. То есть не госорган им приводит списки, а вот это предприятие само должно найти себе инвалидов. Ну, как я уже сказал, то есть на практике это выливается в то, что просто фиктивно кто-то трудоустраивается. Спасибо большое, Алексей, исчерпывающий комментарий. Ну, если будет по теме еще добавишь. У нас есть звонок зрителя. Говорите, пожалуйста, в эфире. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Я бы хотел вам предложить, вот вы за счет пандуса разговариваете, да? А что бы вам не поставить там Нижний Бам, знаете, такой Нижний Бам есть, вот, и ресторан Шамбала. И поставить бы там и пандусы, чтобы там заезжали от Мирикова, от Богомаза. Вы, наверное, знаете, да, это же ваши эти сами, как их, и друзья, да?
Ну, вы знаете, я думаю, что, в общем-то, у любого николаевца достаточно друзей, в том числе и в органах власти. Да, однако... А у вас особенно, да. Вы же... Да, ну, президент земного шара. Я понял, спасибо. Я полагаю, что и Олег Николаевич Богомазов, и Вадим Иванович Мириков услышали ваши пожелания. И, может быть, именно в ресторан «Шабала» они сделают специальный въезд, особенно если вы лично туда собираетесь ездить. Пожалуйста, Ольга Николаевна. Я маленький комментарий вот к вашему юридическому. Понимаете, вот мне кажется, что вот принята законодательная база, которая обязывает, вот сам подход, сама суть, вот уже, ну не то, что обижает, вот почему, допустим, нас должны брать по обязаловке? Уже дискриминация сама закладывается вот в том, о чем вы сказали. Понимаете, чем инвалиды глупи? Зачем вынуждать предпринимателей брать обязательно? Потому что, во-первых, запретный плод всегда сладок, голь на выдумку хитра. Естественно, сколько раз предлагали мне, дайте вашу трудовую, дайте, мы оформим, мы вам там, как говорится, какой-то презентик сделаем и так далее. Понимаете, то есть вот само государство, хотя что такое государство? Это фикция, это люди, да? Вот они придумают каким-то образом себя оправдать, что якобы вот мы что-то делаем, вот показать. А когда в конечном итоге то, что мы делаем, что это ну, унижением, какой-то дискриминацией к этим людям уже поворачивается, вот кто-нибудь об этом задумался? Да дайте же вы зеленый коридор. Почему-то, если у человека нет ноги, это же не отсутствие ума. Разве он будет работать хуже или выполнять? Я вот этого не понимаю. Понимаете, вот у нас каждая вот эта вот буква законов чего-то, она чтобы вот поставить, даже то, что мы вот возьмем, да? Я встречалась с народными депутатами, кандидатами, вот доводила, понимаете, у меня настолько есть серьезный пакет документов, который от рождения ребенка и до, как говорится, его смерти может показать, что дайте людям нормально жить, мы ничего не требуем. Мы такие же, как все, только нужно элементарные вот условия. И вот когда я приходила, вот уже когда шла война, предыдущие выборы вот народных депутатов, вот как вы смотрите свою законодательную базу, законопроекты в отношении инвалидов, чтобы уравнять вот эту дискриминацию и дать возможность? Понимаете, они даже не понимают, о чем вообще ведется разговор. Это первое. И второе. Когда начинаешь вот рассказывать о том, говорят, ну вот там, мы повысим пенсию, мы повысим там какую-то там дотацию, не понимая того, что никто не имеет права определять судьбу человека, вот будучи там. Вот почему, допустим, любой человек, который имеет какое-то физическое, так сказать, ограничение, понимаете, у него есть два пути. Или работа на дому, или вот именно вот какие-то инвалидные организации, вот так, знаете, в стадо собрать, и, говорится, как вы сказали, с глаз долой и сердца вон. У человека нет права выбора. У человека нет возможности показать, что он такой же гражданин. Потому что люди, которые вот говорят, там, депутаты, почему депутаты? Чем они лучше? Мы что, не все под Богом ходим? Что завтра с этим депутатом, кандидатом и со всем? Он не может, ему кирпич на голову не упадет. Или, как говорится, он в машине не ездит. Понимаете, нужно, какая бы ни была должность, нужно оставаться людьми. Я еще раз повторю, ребята, если вы не понимаете, пригласите нас, сядьте с нами за один стол, мы поможем, мы подскажем, пандусы, это, как можно решить, где взять деньги. И мы в итоге дойдем до возможности, когда мы будем реально милосердной страной. А не вынуждать людей, я опять же вернусь, так как я волонтер. Понимаете, у меня с головы не выходит те сотни, и уже скоро будут тысячи ребят, которые сегодня не по своей воле, а по своему патриотизму будут нуждаться, завтра о них забудут. Забудет тоже государство, забудет та же власть. И что, вы понимаете, что какая у нас может быть, что этих ребят ждет? Пьянка, наркомания, попрошайничество, потому что они в итоге никому не нужны, как я, как кто-то другой. Пока Господь дал успех. У нас есть, во-первых, сюжет, который я уже второй раз хочу показать в иллюстрации ваших слов, а во-вторых, у нас есть звонок зрителя. Давайте его послушаем. Говорите вы в эфире. Добрый вечер. Да, здравствуйте. У меня вопрос к господину Кочубею. Как известно, что безответственность порождает и беззаконие. Вот вы говорили
о том, что вот безнаказанность со стороны наших государственных структур. Вот кто-нибудь вот может нести уголовную ответственность вот за такое отношение к инвалидам и за отношение к работодателям этой ситуации? Алексей, пожалуйста. Законодательно предусмотрена ответственность к работодателям, то есть к предприятию работодателю в виде хозяйственных административных санкций, о которых я уже говорил. Также предусмотрена административная ответственность для руководителей такого работодателя. Уголовная ответственность, насколько я помню, законодательно не предусмотрена. Большое спасибо. Все-таки вот хорошо иметь своего юридического консультанта, всегда можно получить компетентный ответ. Ольга Николаевна, вы второй раз говорите о ребятах, которые вернулись оттуда инвалидами. У нас есть есть сюжет о великолепном человеке, об Александре Терещенко. Мы много о нем рассказывали. И это, вы знаете, с моей точки зрения, вот уникальный случай, когда, с одной стороны, ну, просто действительно вот общественность очень сильно помогла быстро и, ну, как бы вот так серьезно, глубоко и достаточно полно решить эту проблему. А с другой стороны, государство выполнило все свои обязательства по отношению к нему. Все-таки вот хочется сказать, что все-таки есть у нас достаточно положительных примеров. Мы еще о них будем говорить. И вот Юлия Боярина здесь есть. Обязательно мы поговорим ближе к концу передачи, чтобы остался просто позитивный настрой у людей. Но вот этот сюжет, мне кажется, очень показательным. Давайте посмотрим. Олександр Терещенко в минулому році прийняв для себе доленосне рішення. Записався добровольцем і відправився захищати Україну. У складі 79-ї аеромобільної бригади воював на Сході. Восени 14-го року від командира підрозділу надійшла пропозиція винятково добровільно поїхати до Донецького аеропорту. І Олександр зробив крок вперед. Там протягом тижня тривали бої. В день, коли сталася трагедія, була ротація. В Донецький аеропорт приїхала зміна, і наступного дня Олександр разом з іншими захисниками мав від'їжджати з території. Сепаратисти в такі моменти посилюють вогонь. Тривав бій, поруч із Терещенком впала граната. На роздуму часу не було. Єдиний шанс зберегти життя собі та іншим хлопцям, які знаходились поруч, відкинути гранату. Олександр зробив це і в ту ж секунду пролунав вибух. Своїм вчинком він врятував життя і собі, і іншим військовим, зовсім молодим хлопцям, ледь за 20. Втім, отримав важкі поранення. Залишився без обох рук, постраждало око. Його змогли вивезти з аеропорту. Згодом санавіація доставила Олександра до Дніпропетровська. Лікарі зауважили, тільки оперативність врятувала чоловіку життя. Ще півгодини затримки і був би 200-й. Коли все це трапилось, друзі Олександра Терещенка розгорнули кампанію по збору коштів на лікування та встановлення протезів. На той момент державних програм підтримки таких постраждалих ще не існувало. Завдяки волонтерам, за кілька місяців після трагедії Олександру в Україні встановили механічні протези німецького виробництва вартістю понад 10 тисяч доларів. Я мог якісь речі робити, скажімо так, ну, теж брати чашку, брати там, пытаться одеваться, ну, то есть какой-то определенный запас, скажем так, как-то обойти себя я уже мог. Ну, плюс тренироваться, привыкать. Коли культі звикли до штучних рук, настав час встановлювати біонічні протези. Тоді вже існувала державна програма і міжвідомча комісія по учасникам АТО внесла Олександра Терещенка у список. Як і все в нашій країні, реалізація програми тривала надзвичайно довго. Спочатку виділяли 600 тисяч гривень на одну руку, але курс долара різко збільшився і цих грошей не вистачило. Потім підняли до 1 200 000, опять не вистачило. В результаті, вже коли до 2 мільйонів, там 190 тисяч на одну руку виділили, тоді змогли мене відправити в Германію на протезування, тому що стоїмость протезів моїх около 4 мільйонів гривень. Додатково поза держпрограмою платили наступне. Вместо кисти ставятся так называемые хуки, это крючки, которыми, ну, в быту проще пользоваться, мелкую работу, вот дома, предположим, там очень грубую какую-то работу делать, то за один этот крючок доплатили еще люди, волонтеры. Біонічні протези встановлювали у Німеччині. Виготовляло їх підприємство «Оттобок». Обидві штучні руки Олександра функціональні. Эта кисть называется Микеланджело, которую разрабатывали австрийские и немецкие инженеры там около 10 лет.
она, ну вот она имеет все два вида схвата, то есть более широкий, чтобы брать, предположим, стакан, и имеет ротацию, то есть движение вот подобное. Ну и плюс подвижный лучезапястный сустав, который позволяет там зафиксировать в руку в любом из этих положений, чтобы что-то было удобно сделать. Точно так же и правая, ну, единственное, что правая за счет того, что локоть отсутствует, то она, естественно, больше поддерживающую функцию. Олександр в Німеччині провів півтора місяці, навчався справлятися зі своїми новими руками. Він і досі продовжує їх освоювати. Вы когда берете, ну вы, я имею в виду люди, у которых свои руки, берете чашку, ложку, там еще что-то, уже не задумываешься, просто руки автоматически, даже не задумываешься, что мозг должен послать импульс там на мышцы и открыть это. Мне это надо пока думать, какую, как мне напрячь мышцу, как мне, какой импульс дать, чтобы переключить там из ротации в захват и так далее. Хотя уже ну, немножко это на... Олександрові пощастило, що друзі-телевізійники одразу підняли галас і почали кампанію з його підтримки. На швидкість в оформленні всіх належних документів статусів вплинув і Юрій Бірюков, який опікувався 79-ю бригадою. Та й подібних травм в Україні отримало не так вже багато людей. З розумінням ставилися в численних шпиталях та лікарнях, де Олександр проводить багато часу. А скільки хлопців вимушені місяцями буквально вибивати те, що їм належить за закон? У нас є питання в студії. Будь ласка, ви в ефірі, кажіть. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене звати Світлана Васильівна. Здравствуйте. Я к вам з таким вопросом. Значить, в моїй сім'ї знаходяться два інваліда – мама і муж. Ну, от, звісно, приємно вас всіх, Ніколаївців, слышать в студії. Значить, всі питання глобальні і дуже такі скрупульозні. Ви всі красиво відповідаєте на них. Ну, вопрос у мене. На данный момент, вот да, допустим, на те вопросы, которые задают люди в телефонных звонках, мы не слышим ответов. Ольги Сивопляс нет на данный момент. Кто может реально сегодня ответить на эти вопросы? Никто. То бишь, ее нет, никто не отвечает. Получается, мы все вскользь это все слышим. То бишь, все эти вот разговоры на данный момент, такое, знаете, слаживается ну вот ситуация и ощущение, что вот, да, эта программа, вот, ну да, привлечь общественность. Хорошо, а результат всего этого, донесется ли это до наших городских властей? Примут ли они какое-то решение по поводу инвалидов? Это очень все серьезно. Это очень намного все серьезно. Почему никто никогда не назначает встреч и никогда четко не ставит ответа на положенный вопрос? Все всегда отвечают скользяще, понимаете? Вот вроде бы вопрос задали, а в то же время ответ такой скользящий. Ответили, да и хорошо, да и ладно. Ну хорошо, общественность приняла решение, не приняла решение. А где результат? Спасибо. Где факт? Я хочу... Ну, насколько возможно ответить. Во-первых, представители власти были официально приглашены официальным письмом. И более того, еще до 2 часа до передачи они обещали, что придут даже вдвоем. Последний момент, у них как-то вот поменялись планы. Во-вторых, в принципе, я прекрасно понимаю Ольгу Викторовну. Еще раз говорю, в данном случае ей бы пришлось отвечать на вопросы, на которые, к сожалению, лично она не могла бы ответить просто в силу того, что они находятся вне сферы ее компетенции. Ну, вероятно, для того, чтобы просто не говорить о том, кто на самом деле у нас за это отвечает и кто, видимо, не делает того, что должен делать, просто находясь на этой должности, ну, вероятно, она не пришла для того, чтобы, вот, так сказать, не создавать прецедент. У нас был случай, когда пришел сотрудник и проговорился просто на самом деле, на каком уровне тормозятся решения и на каком уровне их складывают под сукно. Поэтому я вас прекрасно понимаю. С другой стороны, наверное, следуя вашей логике, если к нам сюда не пришли представители власти, нам следовало просто отменить программу. Ну, наверное, так все-таки не стоит делать. Поэтому
Я понимаю вашу обеспокоенность, но в конце концов, помимо программы «Контраргумент», существует еще масса других способов встретиться с руководителями города и области. Я вам настоятельно рекомендую этими способами воспользоваться. Пожалуйста, говорите, вот у нас тут есть эксперт, который... Володимир Смолярчук, директор підприємства, учбово-виробничого підприємства «Сліпих». Ми щойно бачили сюжет про працевлаштування і про те, яку корисну роботу роблять люди з обмеженнями позору. Прошу. Ну, наше підприємство, основною проблемою є те, що у нас досить був застарілий парк обладнання. А зараз частково, особливо завдяки плідній співпраці із фондом соціального захисту інвалідів, ми отримуємо безповоротну фінансову допомогу на оновлення обладнання, на створення нових робочих місць. І саме, як ви бачили, ці самі трикотажні рукавички із крапкою ПВХ, це нове обладнання саме було придбано за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. Зараз знову ми працюємо над новим проєктом, будемо оновлювати обладнання для виробництва нашого гофрокартону. Тому я не можу сказати, що держава, так як кажуть, повністю все кинула на самотік. Якщо стукати в двері чиновників, то вони, як кажуть, вода камінь точить, і вони потрошку відкриваються. Тому що я знаю, що і раніше давали і кредити, але давали тільки підприємствам, які створені громадськими організаціями інвалідів. Тому держава все-таки дещо робить. Не можна сказати, що вона зовсім нічого не робить для інвалідів. І інвалід, який працює, який заробляє певні кошти, то він чує себе найбільш повноцінною людиною, тому що він, як кажуть, працює і приносить кошти в сім'ю. Тому найбільша реабілітація для інваліда – це саме його працевлаштування. Ну і по можливості я хотів би, щоб купували нашу продукцію. Дякую. Вікторія Валерійовна, от зайшла річ реабілітації, я так розумію, що вам вже теж є достатньо довго часу, що сказати, будь ласка. Ви знаєте, ми все время на протяжении всей передачи возникает вопрос о том, что общество не готово принять инвалидов. Шла речь об инклюзии. Алексей Долгих, его девочка, проходила реабілітацію в нашем центрі. И речь заходила о третьем интернате. Так вот, я хочу сказать, что инклюзивное обучение надо не только инвалидам. Инклюзивное обучение надо и нам, обычным людям. Потому что вот в третьем интернате были все детки, которые проходили реабилитацию и проходят реабилитацию в нашем центре. И мы очень волновались, а как обычные детки воспримут детей на колясках? Так вот, ровно через месяц все обычные детки перестали замечать то, что рядом с ними учатся дети на колясках. И для них стало естественным поднять книжку, помочь встать, отодвинуть стул. Их никто специально этому не учил. Поэтому если бы инклюзивное обучение в нашей стране было такое, которое действительно должно быть, то не надо было бы сейчас говорить о том, что мы воспринимаем инвалидов не так, как должны воспринимать, о том, что инвалиды находятся в стороне от общественной жизни, они бы были действительно полноправными членами нашего общества, потому что все начинается с детства. В нашем комплексе реабилитации детей-инвалидов нет проблемы. Мы никогда не делим детей ходячих, неходячих, инвалидов в большей степени, инвалидов в меньшей степени. И дети не замечают свои ВАДы, свои нарушения, потому что к ним относятся как к обычным деткам. У нас есть пансионат, куда приезжают детки со всех регионов Украины. И мы встречались случаи, когда мама в течение 3 лет не выводила ребенка за ворота своего частного дома, потому что она его стеснялась. И это не единичные случаи. Поэтому если дети выйдут в общество, начиная с инклюзивного обучения в дошкольном возрасте, в школьном возрасте, то в более старшем возрасте уже не будет проблем. Спасибо большое, Лилия Валерьевна. У Игоря Поха и у вас есть вопрос. Я вижу, пожалуйста, Игорь. Спасибо. Ну вот я хочу немножечко продолжить вот то, что говорил предыдущий оратор.
Смотрите, много ли мы видим людей, например, на колясках, на инвалидных колясках на улицах? Немного, да? То есть, ну, их действительно мало. Я по роду деятельности часто хожу в городе, по улицам, ну, передвигаюсь днем, так сказать. И я практически не вижу людей на колясках. И это говорит о том, что, ну, о двух проблемах, я так думаю, что это вот как раз неприятие, с одной стороны, обществом, ну, людьми, которые проживают вокруг, и с другой стороны, вот той закомплексованностью людей, ужасно не люблю слово с ограниченными возможностями, есть другое, с повышенными потребностями. Вот людей с повышенными потребностями. Не знаю, правильно это или нет, но так лучше, на мой взгляд. Есть такое выражение «нулевая толерантность». То есть это абсолютное неприятие чего-либо, когда люди не принимают вообще ничего. Есть еще такое слово, как ксенофобия, то есть боязнь чужих. Вот мне кажется, что общество, несмотря на все вот эти проблемы, наше общество потихоньку все-таки выздоравливает. И вот то состояние вот этой полувойны непонятной, да, в которой страна находится, и мощнейшее волонтерское движение вот от души, просто чтобы помочь, да, вот оно, мне кажется, потихоньку выведет нашу страну, наше общество из того вот состояния практической нулевой толерантности, которое оно болело чуть ранее. Я на это надеюсь. Спасибо, Игорь. Александра Тюрина, пожалуйста. Есть у меня тут очень хорошее подтверждение тому, о чем вы говорите. Вот, Юля, я к вам подвожу. Александра, пожалуйста. Я хочу продолжить немножко тему про детей, про то, что все начинается с детства, действительно. И то, что мы стесняемся, то, что какие-то у нас неуверенности, то, что то ли общество нас не принимает, то ли мы общество не принимаем. Я хочу сказать о том, что у нас есть замечательные центры, есть где-то какие-то недостатки, где-то что-то нужно там дорабатывать. То есть, ну, они у нас существуют, они у нас хорошо работают, и мы, в принципе, родители, очень благодарны за то, что у нас эта структура работает, функционирует. Но еще мы забываем про родителей, про мам в частности, и их нужно действительно реабилитировать изначально, когда в семье появляется ребенок с особливыми потребами, нужно поддерживать не только ребенка и давать ему социальный развиток, физическую реабилитацию, а нужно непосредственно поддерживать родителей. Нужно давать им возможность справиться с этой ситуацией. В частности, наша организация «ПРМХТСБ», мы устраиваем такие психологические тренинги для мам, где они могут получить поддержку, они могут получить там силы, как справляться с этой ситуацией, когда у тебя в семье появляется больной ребенок. То есть тут все начинается не только с реабилитации, с... Пожалуйста, ваши контакты. Как вас найти? Мой номер телефона, в принципе, можно обратиться на сайт нашей организации. Сайт ПРМХТСБ, так? Да, да, да. Находишь, набираешь в интернете, там... Да, есть у нас же там... А, нету? Нет, ну, у нас есть сайт, у нас есть как бы... Ну, пожалуйста, можно записать мой номер телефона 093-73-05-937. Еще раз, пожалуйста, помедленно, чтобы ассистент записала. 093-73-05-937. Спасибо большое. Вот уже он на экране. Спасибо большое. Оперативно сработали наши режиссеры. Вот, пожалуйста, телефон организации ПРМХТСБ. Вот, ну, в принципе, все. Мы много говорили о взрослых, а я сидела молчала, потому что я очень переживаю за деток. И хотелось бы мне еще как бы добавить, нам нужно самостоятельно выходить, обращать на себя внимание, не стесняться, ничего не бояться и бороться, потому что мы и есть общество. Если мы будем его менять, стараться, не прятаться, говорить об этом, то я думаю, что мы его изменим к лучшему. Спасибо огромное, Александра. Да, пожалуйста, Оля. Да, я хочу добавить просто Александру, сказать, что благодаря тому, когда люди начнут с инвалидностью выходить на улицы, все-таки в большом своем количестве, потому что нас очень много в городе Николаеве, в области и вообще по всей Украине, просто общество начнет нас видеть и, может быть,
переосмысление произойдет у людей, и все-таки эта доступность, эти все европейские стандарты, как мы их называем, доступности, у нас начнут внедряться и реально реализовываться все. Спасибо большое, Оля. Я хочу вот представить очаровательную женщину, Юлию Боярину, перед которой я вот буквально преклоняюсь. Я совершенно случайно увидел, ну, не удается просто все программы смотреть, увидел в наших новостях сюжет с вашей выставки. Ну, у меня нет слов, чтобы вот выразить свой восторг. Часто фотографируют детей-инвалидов. Обычно это делается для того, чтобы показать, вот смотрите, какие они несчастные, им нужна ваша помощь, вот смотрите, вот как вам не стыдно, вот, вот посмотрите, вот, 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 вот прочувствуйте. Юля сделала совершенно изумительную вещь. Она сделала с ними фотосессию, где мы видим, что они, вот то, о чем вы говорите, они абсолютно такие же. О чем вот говорили вы, да, Юлия Валерьевна, о том, что их дети воспринимают как равных, это очень важно. И у нас был в этом сюжете, там был еще, в этот сюжет был, там была выставка и показ мод Ирины Годуновой. И вот детки, которые Ирина Годунова использует, двух детей тоже с особыми потребностями, используют в качестве модели. И вот дети, которые вместе с ними выступали, говорят, это не им, это нам более нужно, чтобы мы понимали. Вот давайте посмотрим небольшую подборку фотографий Юли и потом поговорим с вами, Юлечка. Пожалуйста. Есть звонок в студию. Говорите, пожалуйста, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я все время смотрю вашу программу. Мне очень нравится ведущий, очень умный наш парень Николай. Да, вот я хотела что сказать. Приятно смотреть на ухоженных женщин-инвалидов. И еще, нас в Украине 5,5 миллионов инвалидов разного рода. Не только колясочников, сердечников и всех. Это больше 15% населения. По заключению наших местных политологов, жалко, сегодня их нет на программе, 15% это движущая сила. Это та сила, которая может заставить обратить внимание на инвалидов, повернуть, ну, работать систему на нас, на народ, которых сама же система сделала инвалидами. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Юль, готовясь к программе, я читал статью Юлии Норгаралик, она рассказывала о подобном эксперименте. Ну, я думаю, что это эксперимент, просто потому, что еще так широко это не делается. Хотя, ну, просто потрясающая работа, правда, спасибо вам. И вот ее какая-то знакомая тоже сделала подобную фотосессию, и она говорит, а что было для тебя вот толчком? Она говорит, знаешь, я просто устала отворачиваться в метро, когда я вижу вот инвалидов. Что вас к этому подтолкнуло? Меня сподвигла ситуация. Мой муж вернулся из АТО и попал на реабилитацию. И там на реабилитации он был в дельфинарии. Тоже дельфины лечат наших АТОшников. И вы знаете, как на реабилитации лечат дельфины и детей. Вот он мне тогда позвонил, так рассказал про детей. Говорит, его так это... проникся этой ситуацией, я точно так же прониклась этой ситуацией, просто как человек начала думать, ну чем могу я, простой обычный человек, николаевец, помочь нашим николаевским деткам. Дельфины у нас не водятся, да и это вообще как бы и не дешевое удовольствие ребенка отвезти.
Я подумала, что вот у меня в руках фотоаппарат, что я могу сделать? Я решила, что можно сделать вот такой вот проект, вот такую вот фотосессию, фотопроект. Да, действительно, я хотела показать детей, не инвалидов, а детей здоровых. Здоровых, счастливых, с счастливыми глазами. Как всегда, когда хорошее дело, попадается хороший человек. Вот так мы с Ириной Годуновой вместе сели, обсудили. Она, ей тоже эта идея очень понравилась. Тем более у нее девочки действительно в ее, выступают в ее, как шоу, так сказать, шоу. Фэшн-шоу. Да? Фэшн-шоу. Мы вместе с ней собрались. Она блестящий организатор, организовала, конечно, такое мероприятие. На проект мы пригласили деток из ДЦП, и вот с ее шоу действительно я на этой программе еще раз убедилась, что наше общество еще не зрелое, оно не созрело к тому, чтобы принять, принять в свой социум инвалидов и детей, и взрослых. Они живут в каком-то своем мире. А социум у нас замкнулся в своем каком-то мире. И вот мы хотели эту интеграцию провести. Я думаю, у нас получилось. Действительно, дети первые, может быть, какой-то, не знаю, 15-20 минут смотрели на деток с ДЦП. Но потом, через какое-то время, они уже бегали, кто мог бегать. Да. Общались совершенно нормальные, обычные дети. Я думаю, что да, возможно, и деткам-инвалидам это было полезно, ну и здоровым детям это полезно. Мы должны, вот вы говорите, что пока нельзя принуждать законодательно, да, вот, к примеру, брать на работу инвалидов. Пока, я думаю, что нужно принуждать. Пока мы должны воспитать этих деток, вот в этих школах, где они вместе обучаются, то есть не разделять детей. Когда вырастет новое поколение, которому не нужно будет объяснять, почему нужно взять инвалида, они будут сами это делать. Точно так же, как в Европе, вот они уже дошли до этого уровня. Мы еще пока только воспитываем это поколение. Я думаю, что вот мы начали воспитывать поколение пока малышей, рядом жить вместе рука об руку. Спасибо большое. Это действительно совершенно потрясающая инициатива. Я просто надеюсь, что она не окажется разовой, потому что действительно очень важно вот для нас, для всех, перестать отворачиваться в метро. Я тут хочу, я говорю, что, в общем-то, с нами есть связь через Facebook, и вот тут есть такой комментарий. Он, правда, скажу сразу, был в самом начале программы. Я надеюсь, что, в принципе, сейчас у человека несколько изменилось мнение. При абсолютном желании помочь, подсказать и даже посодействовать, меня ужасно раздражают необоснованные требования, нежелание услышать аргументы, манипуляция этим статусом. Я полагаю, что все-таки есть какое-то, знаете, ну, отношение вот к людям, которые, вот как вы, Ольга Николаевна, говорят, ну просто перестаньте нам рассказывать о том, что мы особенные. Просто воспринимайте нас на равных. Но в то же время есть, наверное, действительно те, кто спекулирует своим статусом и, возможно, судят по ним. Однако мне очень хочется верить, что эта программа, несмотря на то, что отсутствие представителей власти, которые просто обязаны были бы здесь быть, ну просто, наверное, из уважения к нам, ко всем, к нашим зрителям. Ну, ладно. Несмотря на это, все-таки программа делает свое дело, и я попрошу сейчас еще раз дать телефоны вашей организации «Перемог ТСБ», и мы еще будем говорить немножко о ваших акциях. Я надеюсь, что сюжетом об одной из них мы закончим нашу программу. Но я хочу поговорить о спортсменах-инвалидах, людях, которые вызывают неизменно восхищение, причем не только мое. Это люди, которые действительно победили себя, это люди, которые сделали себя. Это люди, которые вышли из той скорлупы, в которую их могло загнать отчаяние, и которые подают на самом деле пример мужества, пример целеустремленности, пример какого-то вот могучего душевного здоровья, которого не хватает многим из нас. Давайте посмотрим сюжет об этих спортсменах. Миколаївський обласний лікарсько-фізкультурний диспансер – це єдиний заклад у нашій області, що проводить постійний диспансерний нагляд за атлетами Миколаївської області, а також за спортсменами з обмеженими фізичними можливостями. Тут вони проходять медогляд та реабілітацію.
Они 4 раза в год проходят диспансеризацию, постоянное медицинское обследование, которое состоит из осмотров узких специалистов, проведения там, проб на физическую нагрузку, да, по каждому виду спорта, это индивидуальный подход. Спортсмени, які займаються в Миколаєві настільним тенісом, вже мають у своєму арсеналі нагороди на всеукраїнському рівні. І сьогодні прийшли до обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру на плановий огляд. Люди з обмеженими фізичними можливостями зізналися, що від гри в теніс отримують колосальні емоції. Я вибрав тут вид спорту, не щоб займатися, підтримувати фігуру, розвиття. Так, ради інтересу. Щоб потім можна було з сестрою погуляти там, або навчити кого-то там в теніс грати. Началось с того, что мы попали в центр реабилитации для детей-инвалидов, и рядом находится тренировка, вот инваспорт, настольный теннис. Мы подошли просто, записались с 9 лет, вот, мы уже 11 лет ходим. Были на чемпионатах Украины неоднократно, есть у нас медали, награды, ну, занимаемся. До диспансеру навідався ще один юний спортсмен Даніїл Устинов. Він вже 7 років займається настільним тенісом та поділився своїми мріями на майбутнє. Хочу, щоб наконец-то чемпіонат України був ще раз. І там фінансування було для чемпіонату України. І поїхати на чемпіонат світу, щоб там хоч зіграти поки що. Виграти не знаю, вийде, не вийде, зіграти хочу. До того ж, 17-річний Даніїл любить грати не тільки в настільний теніс, а й у футбол. Вони грають в футбол з ребятами, звичайними ребятами, і вони його завжди зовуть, тому що він душа компанії, виходить. Він організував свою команду, і вони участвували в лігі уличного футболу, вони також займали призові місця, третє, друге місце. Тобто у нього є навіть кубки по поводу футболу, не тільки тенісу. У Миколаївському обласному лікарсько-фізкультурному диспансері проходять реабілітацію близько 300 спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Нагадаємо, що крім диспансера, для таких спортсменів у Миколаєві існує школа паралімпійського резерву та клуб «Інваспорт». Вот, кстати, сила Фейсбука. Вас, Юлія, мені якраз одна із... В общем-то, и читательниц нашей страницы порекомендовала пригласить на эфир. Так что, в общем, есть наша, видите, наш адрес на Фейсбуке. Пожалуйста, обращайтесь, пишите, комментируйте, участвуйте в нашей программе не только звонками. Я понимаю, бывает сложно дозвониться. Ольга Николаевна, вот я так понимаю, вам всегда есть что сказать по этому поводу. И вот сейчас, вот секундочку, пожалуйста, да, тут непосредственно вот как раз по инваспорту, пожалуйста. Я прошу прощения, дело в том, что как раз только что сюжет был об инваспорте, а я уже сидела здесь вся такая разгоряченная, потому что очень со многим не согласна с тем, что я слышу здесь на передаче. В частности, вы знаете, я работаю с инвалидами уже больше 25 лет, и мне абсолютно все равно, как я на них скажу, инвалиды, люди с ограниченными возможностями или как-то по-другому, потому что прекраснее людей и прекраснее душ я не встречала за весь этот период. Я хочу сказать и о государстве, в котором мы живем. Что такое государство? Государство – это мы, это люди, которые делают эту жизнь. Так вот, у нас в государстве есть такой человек, Валерий Михайлович Сушкевич. Он уполномоченный представитель президента по защитам прав малообеспеченных слоев населения и инвалидов. Так вот, благодаря ему мы единственная страна во всем мире, которая имеет встроенную систему физической физкультуры для инвалидов. Каждая область имеет региональный центр физической культуры и спорта инвалидов. При каждом региональном центре есть детская спортивная школа для инвалидов. Им же созданы лагеря физкультурно-спортивной реабилитации. Равных лагерей нет ни в одном мире. Я имею в виду лагерь в реабилитации, который был у нас был в Евпатории. Сейчас, к сожалению, его нет. Это был лагерь летней реабилитации. Очень многие спортсмены наши были в этом лагере. И сейчас мы занимаемся реабилитацией зимней. Это в лагере
Львовский район, село Ясини Турківського району, теж великолепніша база. То есть я не чувствую, чтобы наши спортсмены были в чем-то ограничены. Мы имеем финансирование, выезжаем на все соревнования. Конечно, ребята выступали и говорят, что хотелось бы больше. Да, хотелось бы больше. Всем хотелось бы больше. Но учитывая то, в каком сейчас положении мы все живем, я очень благодарна за то, что мы имеем. Имеем мы очень многое. Я хочу сказать о наших спортивных результатах. Во-первых, мы имеем чемпионов Паралимпийских игр. Первый наш чемпион – это Андрей Комар, чемпион Паралимпийских игр по фехтованию. Вы знаете, мне самой очень повезло, я была в Греции, когда он стал паралимпийским чемпионом, когда поднялся весь зал, поднималось наше знамя нашей страны, и все спрашивают, а что это за страна, Украина? Никто не знал, потому что фехтованием обычно в колясках занимались люди – из Франции, Канады, Польши, там, то есть это достаточно технический вид спорта. И вдруг наш представитель Николаева, украинец, выходит вот на пьедестал почета. Наши команды Украины, одна из сильнейших команд спортсменов во всех соревнованиях, то ли это чемпионаты Европы, то ли это чемпионаты мира, то ли это паралимпийские, дефолимпийские игры. Наши спортсмены украинцы всегда очень и очень достойно представляют нашу страну. И поэтому вот сегодня, может быть, потому что сегодня еще у нас такой день, Международный день инвалида, я всех наших спортсменов, сегодня мы с очень многими встречались и перезванивались, но хочу передать вам еще привет, и мы рады всех очень вас видеть, и, пожалуйста, приходите. И я считаю, что физическая культура – это, ну, наверное, основной средств для реабилитации инвалидов. Спасибо огромное. И все-таки Ольга Николаевна и Оля. Это уже окончательное? Нет, нет, ну почему окончательное? У нас еще есть время, пожалуйста, говорите. Нет, я, как бы понимаете, очень рада, что у нас, ну, есть светлые вот такие пятна в виде наших спортсменов, в виде наших победителей. Это действительно дорогого стоит. Но, честное слово, я молю Бога и очень верю в то, что когда-то этот день себя изживет. И что, ну, не будет у нас столько горя, столько трагедий, и что мы войдем в ту систему уровня воспитания, образования, понимания друг друга тогда, когда у нас вот эти проблемы будут казаться, ну, такими далекими и такими вообще несущественными, потому что мы будем иметь право, возможности жить и гордиться той страной, теми людьми, той властью, в которой мы живем. Потому что, понимаете, мы это любим. Мы отдаем свои сердца, мы отдаем свою любовь, и мы искренне. И, ребята, неважно, как нас называют, это действительно инвалиды или с ограниченными возможностями, или с большими потребностями, наверное, очень большими. Самое главное, что мы украинцы, что мы люди, которые несем добро, свет, и мы хотим просто эту жизнь сделать более наполненной. Это же, ну, естественное желание и потребность любого человека. И самое главное, я хочу сказать, просто чтоб не забыть. Мы сейчас собрались в канун, я считаю, именно большого праздника. Завтра день волонтера и канун 6 числа – праздник Сбройных сил Украины. Вот это праздник, вот это люди, вот это гордость. Ребята, я хочу вам низко всем поклониться. Я рада, что моя жизнь, несмотря на то, что, может быть, вот кто-то думает, что сидят какие-то там тетки ухоженные и тут что-то нам рассказывают. Я инвалид без обеих ног. У меня практически была оторвана рука. У меня диагноз был такой, что я буду прикована к инвалидной коляске вообще в интернате. Но, слава Богу, я имею эту честь сегодня и вообще быть перед вами. И говорить о проблемах, которые я не хочу, чтобы коснулись других людей, которых постигла какая-то больная участь. Я сделаю все для того, чтобы реально мы могли жить и гордиться своей страной, гордиться теми людьми, которые рядом. И самое главное, дорогие мои волонтеры, дорогие наши защитники, герои, ребята наши любимые, в канун этого светлого праздника –
Я знаю, что наша страна обязательно придет к победе. Я знаю, что у нас наступит день, когда мы будем воистину счастливы все вместе. И неважно, не дай бог, конечно, инвалиды или обычные люди, но мы к этому придем, потому что мы заслуживаем, потому что мы все делаем для того, чтобы мы жили в красивой, светлой, свободной стране под названием Украина. И чтобы мы гордились тем воистину, что мы украинцы. Слава Украине! Героям слава! Спасибо огромное, Оля. Вам есть что добавить? Я хочу показать замечательный сюжет о вашей организации. Можете сейчас, можете потом. Ну, давайте после сюжета тогда. Тогда давайте после сюжета. Так вот, к вопросу о том, что действительно красивые, ухоженные, просто вот во всех смыслах красивые люди, да? И правильно мы говорим о том, что и потребность у них точно такие же, они не особенные, они не завышенные, они просто такие же, как у всех у нас. Потребность в том, чтобы на тебя обращали внимание, чтобы смотрели с восхищением, чтобы воспринимали тебя как равного. И вы делаете огромную работу для того, чтобы это происходило. Вот у нас сюжет есть о замечательной вашей инициативе, я хочу обязательно его показать. Миколаївська обласна громадська організація «Ліга інвалідів. Перемогти себе», яку очолює Ганна Миранюк, у грудні 2013 року започаткувала довготривалий соціальний проєкт для жінок з особливими потребами під назвою «Краса перемагає». Головне бажання і учасниць, і організаторів – привернути увагу суспільства до проблем представниць прекрасної половини людства саме цієї категорії, а ще розкрити їхню жіночу красу і таланти. Таким чином з'явилась ідея видати календар. 12 чарівних дівчат символізують пори року та 12 календарних місяців. Проєкт о тому, що через красоту ми показуємо проблеми жінки з інвалідністю і рішення їх. Проєкт «Краса перемагає». І у нас випуск календаря, де дівчатки з інвалідністю. Перший етап проєкту – відвідування салону краси та фотозйомку в професійній студії. Індивідуальний образ кожної красуні ретельно підбирали та втілювали майстри естетик-холу «Для тебя». Також серед партнерів – салон одягу, інтернет-бабс, фотостудія «Репортер», друковані та електронні засоби масової інформації Миколаївщини. І не випадково. На другому етапі журналісти розкривали суспільству проблеми, з якими стикаються ці жінки у житті. Йдеться про відвідування медичних установ, магазинів одягу, салонів краси та інших закладів. И этот проект долгоиграющий. Сейчас у нас улучшилась доступность первой женской консультации, и мы собираем аукционом на продать календарик на специальное женское гинекологическое кресло. То есть у нас делают салон для тебя, постоянно с нами сотрудничает, делает там панус. Это проект огромный. Фінальний акорд довготривалого соціального проєкту «Краса перемагає» – власне презентація календаря, показ, вихід жінок та велика концертна програма. Берем сам Бог велел. Ну, я хотела бы сказать так. Вот там был комментарий у вас в Фейсбуке, что пользуются своей инвалидностью, там просят, давят на жалость. Мы хотим сказать, ну, мы не давим на жалость, мы показываем всем своим нутром и естеством, и своим видом, что мы готовы быть полноценными членами общества и жить среди всех равноправно. И не надо нам там помогать, мы сами можем себе заработать, как говорится, дайте нам место рабочее, полноценное, можем сами пойти выучиться. И наш замечательный проект мы организовывали, вот это Аня Миранюк, наша глава организации, она идейный вдохновитель наш и затейница вообще во всех смыслах. Мы таким образом обществу показываем, что, ну как... Мы боремся за свои права, за то, что вы делаете каждый день, и не задумывайтесь об этом. А мы эти преграды каждый день боремся с ними. То есть мы хотим вот так же само жить просто на уровне с вами и ни с чем не бороться. И чтобы общество нас услышало, потому что у нас, например, репродуктивное здоровье женщины с инвалидностью вообще никак не развивается в нашем городе. Вот единственный, да, первая женская консультация, мы с ними проработали, сделали доступность, все. Но опять-таки это одна капля в море. Услышьте нас, просто последуйте, возьмите пример, опыт перемите и сами начинайте задумываться о будущем. Действительно, у нас и САТО много инвалидов, уже не раз говорили, и ежедневно множество травм получают люди, и это все, ну,
все идут в массы потом, получается. И у нас нету нормальной жизни из-за этого, что общество нас немножко не слышит. Спасибо большое. Несколько раз мы уже просто выходили на великолепный финал, однако не могу не дать возможность зрителю задать еще один вопрос. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. Я вещаю из Жуковской Татьяны, которая находится у вас в студии. Работаю много лет с этими людьми. Я ее всегда вижу, она среди них, солнышко, которое согревает их. Спасибо большое. Вы... Благодарна ей и вам за эту передачу. Большое вам спасибо. Видите, все-таки не зря мы собрались, несмотря на то, что, в общем-то, те, кого мы хотели бы услышать, и самое главное, те, кто просто обязан был бы отвечать на наши вопросы, считают, что у них есть более важные дела. Ну что ж, возможно, каким-нибудь другим образом они найдут возможность ответить на те вопросы, которые здесь прозвучали. Уже дякую, що ви були з нами. Дякую, що відбулася така розмова. Дякую, що вона була такою теплою і людяною. І я дуже сподіваюся, що ті, хто нас дивився, ті, хто був з нами ці дві години, вони багато чому змінять своє ставлення, багато у чому зрозуміють дещо те, про що, можливо, раніше не замислювалося. Скажімо, ось тільки, що я отримав коментар на Фейсбуці. Так, я розумію, що вони мають такі самі потреби, просто їх набагато складніше задовольнити. І саме від нас залежить, чи буде суспільство задовольняти потреби тих людей, які не хочуть нічого особливого. Вони просто хочуть бути рівними, бути такими, як ми, і отримувати саме таке ставлення. Я дуже сподіваюся, що цією програмою ми змогли це донести до вас, шановні глядачі. Дякую, що були з нами. Зустрінемося наступного тижня у цей час, о 19:30, у нашій студії. На все добре, до побачення.